Вот уже почти неделю в Семее не утихают страсти вокруг отравившихся в школьной столовой. Цифры постоянно меняются. По последним данным, в инфекционной больнице находятся 32 ребенка и двое взрослых. Все пострадавшие съели на обед рыбные котлеты и морковный салат. Как стало известно, сальмонеллез стал причиной отравления школьников. Один из работников кухни, точнее повар, стал носителем сальмонеллы. Сейчас эпидемиологи выясняют, как больной сотрудник был допущен к работе. Загрязнение по продукции готовой при приготовлении блюд было обсеменено носителем данной инфекции. На сегодняшний день нами написано письмо в прокуратуру и МВД. Сейчас ведется следственные мероприятия, будут определены вина тех лиц, которые виновны в этом.